не сгоряча вы, Кузьма Николаевич? Вопрос не сегодня для меня встал. А что? А чтобы тянуть, откладывать не в моих правилах. Можете здоров. Дело не в здоровье. Всю свою жизнь отдал армии. Все, что мог. Вот наступает момент, когда приходит мысль, что самое большее, что ты можешь сделать для пользы, это, знаете, в отставку подать. Прямой разговор. Частный. Окончательное решение вопроса, как вы понимаете, зависит не от меня. Но если ваш рапорт будет удовлетворен, кого бы вы предложили вместо себя? Должность большая. Только ведь у нас как бывает? То молод для большой должности. Потом смотрит, уже стар вроде. Я бы предложил о Кленове подумать. Вот как? Не ожидали? Мы с ним, как говорится, не стыковались во многом. Но не в этом суть. Дельный, умен. Хватка есть. Умеет видеть вперед. Нынче его время. Хоть и молод для генеральской должности. Спасибо, Кузьма Николаевич. За прямоту, за частность. Но сейчас вы командир дивизии и продолжаете им оставаться, пока ваш рапорт не рассмотрят наверху. Какие будут указания, товарищ командующий? Какие будут указания? Материалы к разбору готовите? Так точно. Вот какие будут указания, Лев Георгиевич. Приглядитесь к Кленовскому полку. Возможно, примите его. В составе дивизии? Полк неплохой. Хороший полк. Я бы даже сказал, со своим почерком. Цели по неусловным кручам, скалами в воде, а то и есть мы офицеры, а то и есть мы офицеры, и на крови, ой, взяться надо нам, так и по жизни трудный путь наш прям, и на крови, ой, взяться надо нам, так и по жизни трудный путь наш прям. Нам счет, минутам цену, мы познаем годами ратного труда. На то и есть мы офицеры, на то и есть мы офицеры. Чтоб не могла, но, чтоб эти беда, порядок в танковых частях всегда. Чтоб не могла, но, чтоб эти беда, порядок в танковых частях всегда. Приникать опять прицелом, с горячей пылью вновь глотать соленый пот, а то и есть мы, офицеры.
огонь!